Пацаны, я Лег! Всем привет, короче, я Лего выбил. Всем, да, наконец-то! Да, Лего и Ворон! Сейчас я с большого ящика тупо Ворон, ребята, выпал. Да, Лего! Я тупо сейчас... Не знаю, у меня тупо сейчас инфаркт не случился. Пипец, ребята. Пипец. Мне недавно только выпал этот. Вот так вот он. Спайк. Ну там месяц назад. Это для меня как бы недавно. Я спайк еще не успел даже снять это. Вот, я мечтала в уровне. Я просто мечтала о Вороне. Ну, сегодня появится новая легендарка. Ну, блин. Ворон выбил. Выбил Ворона. Это просто супер. Лучше моя жизнь. Так, заберем все эти баночки, которые здесь потерялись. Идем робота. Вот он. Да, блин. Ворон. А, да, Лего! Боже, ребята, нам тупо везет, Давайте я разблокирую вот здесь вот эти сундучки. Я тупо рад. Я с этим вороном могу подняться до 13 тысяч. Я тупо начал открывать ящички. Мне там выпал ворон, но у меня просто реакция была офигенная. Я орал. Хоть сейчас и утро, и у меня горло болит. Ай. Но оно у меня болело и до того, когда у меня еще не выпала легендарка, до того, когда у меня выпала легендарка, у меня горло болело. Но все равно. Опа, сейчас мы его подожмем. Все, ребят. Второе место. Ну, то есть первое место. Я позанимал тут вторых местов. И наконец-то Лего. Лего. Просто тупо у меня третье Лего. Ну, знаете, сегодня появится новая легендарка, как нам Brawl Stars сообщил. Ну ладно, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами был я, Гук Дожный. Надеюсь, всем пока.